Посмотрите, друзья, какой красавчик. Где вот еще можно полюбоваться на нашей планете с такого расстояния на этого прекрасного хищника? Такие места можно перечислить. Это крупные зоопарки. И в их числе вот парк Львов-Тайган. Потому что в природе увидеть его уже практически нереально. В маленьких зоопарках тоже их нет. Это слишком дорогостоящий экспонат, если можно так сказать. Вот такой вот прекрасный леопард в прекрасном вольере. У него тут, видите, домик, обширный вольер. Но он предпочел залезть на крышу, где больше солнца. И вот так вот спокойненько отдыхает, видите, ничуть даже не напрягается по поводу того, что я вот здесь в 2 метрах от него стою, снимаю про него сюжет. Полное доверие, он понимает, что в этом парке он в безопасности, ему комфортно. Поэтому, друзья, неудивительно, что сотни тысяч людей, а может и миллионы, поддерживают парк Львов-Тайган, поддерживают его создателя Олега Зубкова, потому что действительно здесь вот прекрасные условия для животных. Когда животное расслаблено, это первый признак, что ему хорошо. Ну что ж, друзья, я думаю, вот полюбовались мы этим красавцем. Пусть отдыхает. Спокойненько спит. И даже, друзья, через экран компьютеров, ноутбуков, смартфонов, а многие сейчас и по телевизору смотрят YouTube, и вот дарит всем положительные эмоции своей красотой.